Друзья, всем привет! Мы приступили к монтажу багетов. Эту сторону я уже прошел. Вот оно как получилось. А как мы их делали, как подрезали, смотрите в этом видео. Подписывайтесь, если не подписан, ставьте классы. И научитесь, чтоб поклеить багеты, их в первую очередь надо купить. Купили. И дальше не спешим замешивать шпаклевку, чтобы их приклеивать. Нужно нарезать все углы. Внутренние, если есть наружные, то наружные. Вот. Вот у нас наружный угол вырезан. Как я его вырезал, я там вставлю немножко. Этот на эту сторону. Другой кусочек. На эту. Камера искажает. Тяжело. Через камеру. Вот. Это на эту сторону. Все, поподгоняли со всех сторон. Наружные, внутренние. Так, еще один момент. Если у вас, например, хватает длины одного, вот, не той стороной, а так. Вот, вроде бы хватает от стены и до откоса одного, но вырезать с двух сторон, это его практически нереально. То самое лучшее решение, это его разрезать. И сколько нужно, вот так перерезали его, например. Сделали сюда, делали с внутренним углом ровный край. Сюда с наружным углом ровный край. Соединили в серединке, и этого шва совершенно не видно. Шпаклевочкой замажется, закрасится, и все будет эрми гуд. Так само на той стороне подготовили. Вон, те на окошке стоят, те в углу. Тоже все подготовлены. И уже после этого нужно замешивать шпаклевку. Немного. Немножко замесили, чтобы хватило. Вот, например, я замесил. У меня хватило на эту сторону. Поклеить. Все. Она уже начала загусать. Уже дальше она не годится к работе. Потому что в любом случае придется ее выбрасывать. Ну, у меня там... Вот такую грудочку только выбросил. А если намесите пол ведра, то пол ведра и выбросите. Много ее не идет. Так что это такой моментик небольшой. Ладно, сейчас будем... У нас все углы нарезаны. Сейчас будем месить шпаклевочку и клеить. Все, смотрите. Так, шпаклевку месим финишную. Это обязательно, чтобы была финишная. У нее клейкость намного выше, чем у стартовой. Стартовая не держит совершенно. Мы месим обычную, как будто мы собираемся там шпаклевать стену или потолок. Количество вот сколько. И то. Меньше колотить плохо, но это немножко с запасиком, чтобы было. Все. Насыпали, замесили, подождали 5 минут, подмешали дальше и погнали. И пойдем. Сейчас начинаем с того угла и будем идти полностью до края, до следующего окна. У нас получается как раз это окно с потолком в уровень, то там будет торцевой один угол. И с той стороны вон так само. А эти два... У нас чуть-чуть ниже. Это так здание сделано. Но оно в ней наклонено. Это стена просевшая. И вот разница здесь в 11-12 сантиметров. Ну, как бы так. Ну, то не наша вина. Так что будет как будет.
Вот так и вышли наши планеты. Кому понравилось, ставьте класс. Видите колокольчик, удалили все. Все, на этом видео про планеты будем заканчивать. Все, пока-пока.